социальных сетях в последние дни распространяется информация о том, что маршал Абдул-Рашид Дустум умер от сердечного приступа. Спутник Таджикистан пишет, что, в частности, эта новость была размещена на Facebook-странице Батура Дустума, старшего сына маршала Дустума, вечером 28 августа. Родственник маршала Дустума, Ахмад Файзи, в разговоре со Спутник Таджикистан опроверг эти данные, это фейковая страница в Facebook. Судя по всему, это неприятели маршала Дустума, которые распространяют подобные слухи. Впрочем, они тщетно пытаются похоронить Дустума, он жив-здоров. Помощник Ату Мухаммади Нура также опроверг информацию о смерти афганского офицера, заявив, что буквально минувшим вечером разговаривал с ним, он в Турции. Вечером Ату Мухаммади Нур провел телефонный разговор с Дустумом и обсудил ситуацию на севере Афганистана и дальнейшие совместные действия. Издание напоминает, что последний раз информация о местонахождении маршала Дустума появилась после падения Мазари-Шарифа, когда он с экс-губернатором Балха Ато Нуром отступил к границам Узбекистана.